Вот еще небольшое отделение хотел бы посвятить песням, которые Пол Маккартни написал и отдал другим исполнителям. Среди них попадаются очень интересные. Вот песня «One and One is Two», арифметическая песенка, была отдана им, даже не помню, в какой группе, забыл. Но они ее записали очень так по-панковски. Очень так грубо, сыро и даже с передней попад. Поэтому она и стала хитом. Сейчас бы стала. Поэтому споем ее также по-панковски. You know.
Спасибо. Ну вот еще одна песенка. Да, это редкое исключение. Обычно ведь вы писали песни для себя и потом уже решали, отдавать их другим или нет. Вот песня «Step Inside Love» была написана специально, целенаправленно для Силы Блэк. Какая интересная песня получилась. Сделал по старинке, как в лодке играл. Step inside love, let me find you a place. We'll be carried away by the sting of the day, by the smile on your face. We are together now and forever. Is all you got.
еще об одной прекрасной девушке нельзя не сказать. Мэри Хопкин записала песню по Маккартни «Goodbye» в 1969 году. Она стала большим хитом, почти таким же, как и «Those with the Days», печально известный. Звучало примерно так. Where you
Спасибо за внимание, спасибо всем, кто посвятил свое время этому замечательному событию. До новых встреч!